ужас. Николай Петрович, ау. Это что по этому вопросу? Я же вам говорил, это нам покупать не надо. Он от скрепок ломается. Есть другой способ. Какой еще способ? Ну, потом позовете, покажу. Петров, предприниматель. Я вам советую, Петров, не терять время и сразу во всем сознаться. У нас и без того полно доказательств. Это и документы с вашей подписью, и показания, и протоколы. Николай Петрович, ау. Можно вас на минутку? Сейчас приду. Что еще? А где бумаги? Тут на столе были бумаги. Где бумаги? Что за тон? Я не понимаю. В каком тоне вы со мной разговариваете? Здесь ничего не было, я ничего не знаю. Да ладно. Чего уж там. Это ж были не ваши документы. А ваше дело... Вот. Вот оно. А бумаги? А? Из архива на уничтожение. А вы их так здорово так прямо со скрепками так хрюп-хрюп. Ну, я же говорил, уничтожитель бумаг покупать не надо. У нас есть другой способ, да, Петров? Только я не съем. Петров, ну-ка, дайте сюда.